41-й год войны. В небе бомбы, в сердце нервы сожжены. Союз писателей России не зря присвоил видному звание «Литературный город» за вклад в отечественную культуру и сохранение единого духовного пространства страны. Писатели краеведа Ленинского округа не раз становились победителями областных и всероссийских литературных конкурсов за свои многочисленные издания и заслуги. С моим участием написано, уже Зименков говорил об этом, более 50 книг, 30 альбомов выпущено и 20 брошюр. Сейчас занимаюсь подготовкой альбома об оркестре русских инструментов города Видное. В рамках проекта «Видное. Литературный город» в библиотеке номер 2 школьники познакомились с творчеством поэта Натальи Власовой, а также с работами краеведов Алексея Плотникова и Алексея Зименкова. Тема встречи – любовь к родине, которая проявляется в творчестве. На нашу встречу мы сегодня пригласили очень интересных мэтров и людей, которые занимаются именно краеведением в нашем Ленинском городском округе. И у нас сегодня в гостях писатель Наталья Власова. Пишу я обо всем. Пишу я о том, что я вижу, что я слышу, о своих любимых литературных героях, о городах, в которых я бываю. Очень много литературы посвящено героям Видновского края и истории его основания. Выпустили альбом, посвященный герою Советского Союза Василию Молокову. Вы знаете, он один из наших героев нашей земли. Встречи с такими уникальными и творческими людьми всегда интересны как взрослым, так и подрастающему поколению. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.